Привет, меня зовут Илья. Я борюсь с меланомой с 15 года. Сейчас 20 год, февраль, 15 февраля. Вчера я был у доктора, вчера на 14 февраля, в неврологии. Мы обсуждали мое последнее МРТ. Сделал я его, получается, после 3 или 2,5 месяцев после того, как я закончил иммунотерапию, которая длилась 2 года. В монорежиме это было Обдива, а до этого еще был Ервой плюс Обдива. А до этого радиация и таргетная терапия. Ну, в общем, это все закончилось. Прошло 3 месяца, я сдал МРТ, вчера поговорил. Все ровно так же, как было год назад, ничего не меняется. ПЭТ-КТ будет в конце марта. Вот, вот так, все хорошо, будем говорить. Живем дальше. Я всегда записывал из квартиры видео. Сейчас я на улице, жду своих девчонок. Вот тут мы живем. Это Германия. Мюнхен. И в принципе, я думаю, что мои видео уже, наверное, по лечению и по советам, это уже будет не совсем актуально. На данный момент куча всяких исследований выходит, новая таргетная терапия, препараты, какие-то добавки уже исследуют иммунотерапию вместе с таргетной терапией в одном флаконе. Ну, то есть мои советы уже будут, наверное, не актуальны. Уже лучше спрашивать у онкологов, которые ходят на семинары, все это знают. Вот. Если кому-то будет интересно, я могу рассказать, сделать такое видео, как мы живем, чем занимаемся, где работаем, куда дочка ходит в садик. Ну, вообще, и что-то так о себе. Потому что мне кажется, что я с вами уже знаком давно. Пора, может, познакомиться поближе. Ладно, всем хорошего дня. Пока.